Друзья, всем привет! Сегодня в этом видеоуроке я хочу вам показать, как сделать вот такого маленького Винни-Пуха. Смотрим дальше. Итак, друзья, давайте посмотрим, что нам понадобится. Во-первых, 3 ШДМ 260 размера желтого цвета, 1 ШДМ 260 красного цвета, кусочек черного 160 ШДМ, 1 5-дюймовый шарик круглый желтого цвета. Также понадобится 2 насоса. В принципе, можно воспользоваться и одним. Этот я насос взял для того, чтобы легче было надувать 160 ШДМ. Также понадобятся ножницы, 2 маркера. Я взял черный и красный и калибратор. Так, в первую очередь берем ШДМ желтого цвета, слегка порастягиваем его. ШДМ надуваем не до конца, оставляем на 5 пальцев хвостик. Далее делаем петельку, буквально на 3 пальца. Далее делаем круглый пузырь, делаем пинч-твист, далее отмеряем небольшой пузырек буквально на 2 пальца, делаем также петельку. Далее делаем круглый пузырек и еще один пузырек. Итак, далее берем калибратор, берем насос и 5-дюймовый шарик. На калибраторе выставляем калибр 9 сантиметров. Берем шарик, надуваем его. Шарик надуваем, как говорится, до тупика и до упора. Вот. Далее. Берем калибруем его. Итак, после того, как мы его откалибровали, завязываем. Теперь наша задача состоит в том, чтобы разделить шарик на две части, но не на равные, а одна часть будет больше, другая меньше. Теперь берем нашу вот эту заготовку, отмеряем пузырь на 4 пальца. Получается, это будет животик, это спинка. Таким образом приваживаем. И также отмеряем пузырь на 4 пальца. Столько мы отмерили пузырь, крупочку оборачиваем вокруг пинчика.
снова отмеряем на 4 пальца пузырь. Таким образом налаживаем эту скрутку вот на эту скрутку, как бы крест-накрест. Также делаем еще один пузырь на 4 пальца и оборачиваем вокруг крестика. Берем ножницы, это еще пригодится нам хвостик, мы его берем, оборачиваем таким образом, подводим к скруткам, отталкиваем хвостик снизу и выводим наверх. Благодаря ему мы будем крепить дальше голову. Теперь все поправляем. Так, откладываем пока в сторону. Давайте еще раз покажу вам. Давайте теперь сделаем маечку. Берем красный шадрин, растягиваем. Вдуваем до конца. Вставляем хвостик. Так, делаем небольшой маленький пузырь. Делаем пинч-твист. Делаем второй маленький пузырек. И второй пинч-твист. Теперь отмеряем чуть больше 2 пальцев пузырек. Отмеряем круглый пузырек. Делаем пинч-твист. Отмеряем пузырь на 3 пальца. Отмеряем маленький круглый пузырь, делаем пинч-твист, теперь отмеряем пузырь такой же на 3 пальца, скрутку оборачиваем. После того, как мы скрутку обернули, теперь вот таким образом перекручиваем, крутя ШДМ, делаем жгутик. Далее берем и оборачиваем вокруг пинч-твиста. Так, после того, как мы обернули, мы делаем пузырь чуть больше 2 пальцев. Далее делаем круглый пузырек небольшой. Делаем пинч-твист. Делаем еще один круглый пузырек и еще один пинч-твист. Лишнее убираем.
хорошо получилось. Далее берем ШДМ. Надуваем. Отмеряем пузырек. Буквально на два пальца. Завязываем. Крепим к одной лапке. То же самое проделаем еще раз. Меряем такой же пузырек небольшой. Давайте теперь сделаем мордочку. Я взял кусочек ШДМ. Нам нужно сделать так, чтобы вот эта часть возле горловины была слегка, то есть потолще. Для этого мы вот так позащипываем. Латекс. Слегка поразминаем. Далее берем кусочек ШДМ. Подгоняем воздух, делаем небольшой пузырек. Далее берем, связываем друг с другом. Теперь узелочек проталкиваем вовнутрь. Там его удерживаем, перекручиваем. Теперь делаем небольшой пузырек. Завязываем. И получилась такая мордочка. Теперь давайте сделаем голову. Берем ШДМ 260, растягиваем. Шарик надуваем также не до конца. Хвостик.
первую очередь делаем пузырь. Делаем пинч-лист. Далее на 3 пальца отмеряем и длинный пузырек. Далее отмеряем второй круглый. И делаем еще один пинч-лист. Теперь отмеряем пузырь чуть больше 3 пальцев. Делаем скрутку. Далее отмеряем еще один пузырь на 3 пальца. Также делаем скрутку. Один пузырь. Так, делаем скрутку. Далее берем мордочку, берем голову, берем хвостик и проталкиваем между двумя пузырями. И снизу пытаемся его схватить вот таким образом. И смотрите, дальше раздвигая пузыри, проталкиваем этот круглый пузырек вовнутрь. Крепим мордочку. Ну, теперь нам остается собрать. Где-то уберем маечку. И тело. Берем хвостик, проталкиваем. Вот таким образом. Далее берем голову, хвостик и просто привязываем. Поправляем все. Теперь нам остается нарисовать 2 глаза и ротик. Для этого берем маркеры. Рисуем. Итак, вот такой получился мишка. Так, друзья, на этом все. Оценивайте этот видеоурок, если он вам понравился. Не забывайте поставить лайк. Также, если у вас есть желание, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех событий. Заходите на мои странички ВКонтакте, в Одноклассниках. Все ссылочки указаны в описании под этим видео. Вот. Ну, я вам желаю крепкого здоровья, счастья. До скорых встреч. Пока-пока.